день. Добрый день. All right. So you haven't dropped the question yet. So you haven't dropped the question yet. То есть вопрос еще остался со вчера. Не ушел, да? Да, он остался. Еще прибавился. Yes, the question is still there and one more is there. Okay. Let's see. Почему? Let's see. Хорошо, посмотрим. Просто ментально я очень все хорошо понимаю. Мозг у меня работает замечательно. Mentally I understand everything very well, and my brain is working perfectly. Okay, that's a good news. Прекрасно, замечательные новости. Bad news. А в чем плохие? В том, что мне бы хотелось уже перестать жалеть себя. Можно я маленькую, совсем маленькую историю? Я знаю, что история ничего не значит, но чтобы было понятно, ну, наверное, больше и для меня тоже. May I ask a little story? I know that it's not good to tell stories, but still, it's little and it's to be clear, maybe even for myself. Я в прошлом интернатский ребенок. То есть я выросла в интернате. I was brought in a home, you know, for children who don't have parents. В 4 года у меня умер папа, в 7 лет умерла мама. And my father died when I was 4 years, and then my mother died as well when I was 7. И находясь в интернате, я настолько привыкла к тому, что меня постоянно жалеют взрослые. So I was in that home, in that school for children without parents, and I got used very much that everybody have a pity on me. Что это в какой-то момент я поняла, что мне это очень сильно мешает, и я начала этому сопротивляться. And at one point I realized that it's not really good and I started to give resentment to that, like don't give me a pity. И всю свою жизнь я жила против общества, против социума. All my life I've been living against society. Но после определенных событий, ну и при этом я искала ответ на вопрос, как перестать уже страдать. And also, от того, что умерли родители. At the same time, I've been looking for an answer for the question how to stop suffering, because after my parents died, actually, I was suffering all the time. После встречи с Сергеем Тюняевым и благодаря прослушиванию сатсангов с тобой. And then I met Сергей Тюняев, and I started listening to satsangs with you. Я начала отпускать это все. Особенно начала отпускать тот контроль, который я включала для того, чтобы держать это сопротивление по отношению к обществу. I started dropping all this, and especially this tendency to control and to give resentment to the society. И постепенно контроль начал уходить, ну, я начала растворяться, все начало буквально растворяться, потому что отпускать начала шаг за шагом этот контроль. So I started to let go, and it started to leave me step by step. Но история вот о смерти родителей, она, я ее не могу отпустить. But what I cannot let go, it is the story about the death of my parents. И эта жалость, я буквально нырнула в нее полностью уже,
ну, то есть я ее тоже отпустила, и все. И на сегодняшний день я больше всего, что происходит, это я жалею себя, ту маленькую, что я осталась без родителей. And I let go pettiness, but still there is self-pettiness, because I feel very much sorry for little me, who was left without parents. When you say me, what do you mean by me or I? А когда вы сейчас говорите я, меня, что вы подразумеваете? Наверное, быстрее того ребенка. I think I mean that little child. Body. Это на самом деле тело. In this case, I means body. В таком случае под я подразумевается тело. I also have my little story, quite sad too. It was sad at some point. It was sad. Yeah? Yes. У меня тоже есть своя маленькая грустная история, которая как бы была грустная в какой-то момент. Now I'm very grateful for that. Но сейчас я очень этому благодарен. Now I'll tell you my story. Сейчас я расскажу вам свою историю. See, my parents got divorced. Мои родители развелись. When I was 1 year old. Когда мне был годик. No, I'm serious. Честно. And the thing is, nowadays it's no emotional. Damage. See, the emotional damage is gone. Дело в том, что этот эмоциональный душевный ущерб, который был нанесен, вот сейчас его нет, он ушел. Then my parent took three of us, three children, and he got married again. И мой папа, он забрал трех детей, включая меня младшего, и снова женился. And I grew up under the impression that my stepmother was my mother. И я вырос с убеждением, что моя мачеха — это моя родная мама. And at the age of 11-12, tra-tra-tra, surprise, she's not your mom. One way or another, I knew it. И, sorry? At some point, at the age of 11 or 12, I was told that my stepmother was not my mother. И когда мне было 11-12, мне сказали, что моя мама — это не моя мама, это мачеха. Just Caesar, one second. Володя, а можно сделать что-то со звуком? Мне не просто я отсюда не слышу слова. Как-то он я не знаю. I cannot catch your words from this point. I don't know. And I'm asking just to make something with the sound. Okay, can you catch my words now? When you look at me, yes. When I look at you. Yes. Very strange. Anyway, so that was it. That created a huge impact in myself. И вот это событие, что я узнала, что мама — это не мама, оно оставило очень глубокий отпечаток во мне. And that was a lie, from my understanding at that time. И для меня это было как ложь, то есть мне солгали. I got very angry. Я очень сильно рассердился. And then I start feeling. I was filled with resentment and hard feelings and a sense of rebelliousness and so on. И меня тоже обуревали такие чувства, как сопротивление, вот идти против. Мне было очень тяжело. But I am very grateful for that because that particular situation forced me to raise this question: what on earth is the truth? What is going on here? Но я очень благодарен этой ситуации, потому что именно она заставила меня впервые задать этот вопрос: а что тогда истина, если все ложь? Что такое истина и вообще, что здесь происходит на Земле? And there was a huge desire to understand human nature, human behavior. И возникло огромное желание понять человеческую природу. So I became a seeker. И я стал ищущим. I didn't know what was that I was seeking. И при этом я не знал, чего же я ищу. And I was seeking everywhere. Я искал повсюду. Believe me, I searched everywhere. Поверьте, везде. I didn't find the answer. И я не нашел ответа. Because there was nobody who could give me a proper answer. Потому что не было никого, кто мог мне дать подходящий ответ.
until I got to this knowledge that you are listening here. До тех пор, пока я не прикоснулся к знаниям, к этим знаниям, которые вы слушаете здесь. Ask me this question. Кто-то спросил у меня. When I was telling stories to that person, as you are telling stories to me. В тот момент, когда я, так же, как и вы, рассказывал вот такие истории. And he said, where were your parents before you were born, or even before they got married? Этот человек спросил у меня, а где были твои родители до того, как ты родился? А где они были до того, как они встретились и поженились? Where were your children before they came into existence and you got married? А где были твои собственные дети до того, как ты женился и они родились? Where will you be after you drop the body? Где будешь ты, когда тело уйдет? Where are you now? Где ты сейчас? Then he gave me the most beautiful tip ever. И вот этот человек, он мне дал самый замечательный совет, самую прекрасную подсказку. Why don't you ask this question to yourself? Почему бы тебе не задать этот вопрос самому себе? Who am I? Кто я? And that was it. И вот это оно и было. And that took me to the recognition of my true nature. И это привело меня к узнаванию моей настоящей природы. And my true nature, it was never born, it cannot die, it cannot be left behind, it cannot be used, it cannot be abused, it cannot be manipulated. It's nothing. Nothing that can happen to your true nature, to your reality. Твоя реальность, истинная природа, суть, она не может умереть, она не может родиться, ей нельзя сделать больно, ей нельзя нанести ущерб, ее нельзя оскорбить. С ней ничего не происходит. And I tell you that this is the end of suffering. И я вам говорю о том, что вот это и есть конец страданиям. This finishes the suffering. На этом заканчиваются страдания. Because it finishes the sufferer. Потому что это на этом приходит конец страдающему. Which is nothing but an idea. А это страдающее — это не что иное, как идея. I am the body. Идея, что я — это тело. That my reality, reality itself is limited to this particular form. Что моя реальность, что вообще реальность, она ограничена вот этой определенной формой. This is why I somehow try to seduce everybody to forget about the story, see to whom this story belongs. И именно поэтому я пытаюсь всех соблазнить, всех искусить. Попробую забыть о своих историях. Попробуй все-таки посмотреть, а кому же принадлежит эта история. Just to shift attention from the story to the storyteller. Переведи внимание с истории на того, кто ее рассказывает. And the story disappears. И тогда история исчезает. And the storyteller also disappears. И рассказчик истории тоже исчезает. I can tell you this story now. Сейчас я могу рассказать тебе историю. I can tell you the stories of my life, if you want. И все истории своей жизни могу тебе поведать, если ты хочешь. I will better don't do that because you will get out of here. You will not believe me ever again. Но лучше не буду этого делать, иначе вы отсюда уйдете. If you knew all what I did in my life. Если вы узнаете все, что я. I will lose все, чем я занимался в своей жизни. All my credibility. Я потеряю все ваше доверие. See? But now you can tell the story, but it's not longer a personal story. You can tell you personally. Сейчас все равно сейчас я могу рассказывать истории. Но эти истории у них уже нету оттенка личности. Something with the sound. Can we fix it? Too much echo. What is the sound? Володя, мы можем сделать что-нибудь со звука? Да. He's proposing me to sit nearby. No. Sound is awful. Not good quality sound. I can't carry on talking like this because it's not pleasant at all. Who is dealing with the sound? He's trying to fix it now. Okay. Right. No, stay. Are you following what I'm trying to say? Вы понимаете, о чем я? This is the story of life.
Это история жизни. Not a personal life. Это некая жизненная история. Это не личная история. It's not even impersonal. Нельзя даже сказать, что эта история она безличностная, не личная. It simply is. Эта история просто есть. I know that it may sound cruel. И я понимаю, что это может звучать жестоко. It may sound tough, rough. Резко или даже грубо. But that's a fact. Но так есть. So if we want peace, really. Поэтому если мы действительно хотим покоя, then you have to look at yourself. Нужно смотреть на себя. Which is peace itself. На себя, то есть на покой. Мне это легко делать тогда, когда я не в социуме, то есть не в обществе. It's for me it's easy to do that, but when I'm not in society. Тогда, когда находясь в социуме, в обществе, есть какие-то трудности, то это буквально захлестывает, это жалости, эти все сразу я начинаю себя жалеть. But if I am in society and there are some difficulties, then everything just overwhelms me. Well, in society, this is the moment. When are you going to take the medication? When you are sick, no? Ну так вот как раз общество и служит тебе эту службу. Ты как почему ты принимаешь лекарства только тогда, когда что-то болит, правильно? Everybody, не тогда, когда. In the ashram, everybody feels enlightened. В ашрамах все себя чувствуют просветленными. In the caves. In your meditation hall. Или в пещере, или в зале для медитации. So consider what you call society to be your best friend. Поэтому относись к тому, что ты называешь социум, общество, как лучшему другу. Because it will bring all your tendencies to the surface. Потому что именно общество, именно социум ворошит все твои тенденции, вызывает их на поверхность. So you can get rid of them. Для чего? Чтобы ты могла от них избавиться. No excuses. Не нужно оправданий. I cannot sacrifice this. Я не могу пожертвовать. Не могу пойти на компромисс. I cannot feel pity for you. И я не могу вас пожалеть. See? Поэтому я здесь. I feel compassion for you. Yes, there's no question about it. Я испытываю сострадание, действительно. Я бегу от compassion, compassion and pity are two complete different things. Но сочувствие или сострадание и жалость — это две совершенно разные вещи. Pity means, oh, poor thing, you're right, you're suffering. Yes, it's true, life is unfair, it's terrible. That's pity, that's nonsense. Жалость — это когда бедняжечка, действительно, жизнь такая несправедливая, как все плохо. Out of compassion, I'm telling you, you are just dreaming. You are just dreaming. 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 Out of compassion. Dreaming. Out of compassion. I just can tell you that you are dreaming. I didn't understand. I don't understand. What were you sense. Doing yesterday night? No, I really. I out of compassion, I can tell you, you are dreaming. Wake up. Now I understand. Now I understand. И сейчас из сострадания я могу тебе сказать, что то, что с тобой происходит, ты спишь, а ты очнись. Wake up to your true nature. Очнись, пробудись к своей истинной природе. And this is it. И все. I don't know how to complicate it. Я не знаю, как это усложнить. It's so simple. Это так очень просто. You can use any methods. Можно использовать любой метод. Any practice. Любую практику. It will help you for a while. Она будет полезна какое-то время. But it will not take away suffering from you. Но ни практика, ни методы не заберут у тебя страдания. Suffering will not disappear until the sufferer is removed. Страдания не уйдут до тех пор, пока не устраняется страдающий. And eventually you realize that it is not even there. До тех пор, пока ты вообще не понимаешь, что никогда и не было никого, кто страдает. Because people believe it is there.
Дело в том, что люди считают, что есть некто, кто страдает. Then I tell them, who is it? А я людям говорю, а кто это такой? It's a mental image. Это всего лишь мысленный образ. The mind made self. Это я, созданная умом. It's a thought form. Просто мыслеформа. If some people call it the I thought. Некоторые называют это я-мысль. The I idea, I sense. Идея я или чувство самости. Who am I? Who are you? Кто я? Кто ты такой? If I ask you, are you here? Если я тебя сейчас спрошу, ты здесь? I am here. Ответ: я здесь. I. Я. See? That is the person. Вот это личность. That is the individual. Индивидуум. The soul. Душа. When it's not there, what is the person? Когда нету этого я, где личность? When this thought is not there, what is there? Когда нет этой мысли, есть ли что-то? As long as I means body, then there is suffering. Пока под я подразумевается тело, будут происходить страдания. When I just means expression. Когда же я — это только выражение, then no problem. Тогда нет проблем. Then, when can you implement this suggestion? Так вот, когда ты можешь применять это предложение? It's not a practice. Это не практика. It's not a method. Это не метод. And there is no effort in it. И чтобы это делать, не нужно напрягаться. It ceases the effort. Наоборот, это как раз убирает напряжение. Ментально понимаю. Mentally? Я хочу это все просто. Fantastic. Mentally you understand. You're going to repeat yourself. I got that. Да, я это понимаю. Вы ментально понимаете. Прекрасно. So when what can I tell you? You have to wait until you are in trouble again to inquire. Что я могу сказать? Возможно, вам просто стоит подождать, пока опять не появятся проблемы, чтобы поисследовать. It's like I tell you, okay, there is a, if you have a problem next time, you have this chocolate. Вот это то же самое, что я тебе даю конфетку и говорю, ну вот, в следующий раз, когда проблема появится, скушай. That is as far as I can go. Но больше я ничего не могу сделать. See? Now you have the chocolate. Вот, у тебя есть конфета. You keep it with you. Держи при себе. And when you need it, you eat it. Когда нужно будет, съешь. Спасибо. Thank you. I want to say something before the next question. Перед следующим вопросом я бы хотел кое-что сказать. See, in reality, you have to write this question once. В действительности этот вопрос нужно задать только один раз. Only once. Один раз. Mind disappears, thought disappears. Исчезает ум, мысли. And you are still you are conscious. И ты все еще осознаешь. You are present. Ты есть. And conscious. Присутствуешь и осознаешь. Conscious presence. Осознанное присутствие. Conscious existence. Осознающее существование. Next step. Следующий шаг. Remain as that. Оставайся этим. Оставайся вот так. Thought comes and go. Мысли приходят и уходят. Keep the attention in the one that pays attention.
удерживай внимание на том, кто внимает. Remain as a witness. Оставайся свидетелем. As an observer. Наблюдателем. The rest is a byproduct of this. А все остальное будет производной. Realization of the truth, insights, understandings, knowledge, you name it. Постижение истины, озарение, вспышки, прозрение, ну и так далее. Меня слышно туда? Can I finish because I have to would like to say something else? Еще немножко хочу закончить. Because somebody said to me that sometimes when I speak it seems that I am contradicting myself. Мне кто-то сказал, что бывает создается такое впечатление, что иногда, когда я Цезарь говорю, я противоречу сам себе. Because I say there is no ego. Потому что иногда я говорю, эго нет. And then I say you will have no peace until your ego is gone. А потом я могу сказать, вы не обретете покой, пока эго не исчезнет. I know there is no ego. Вот я знаю, что эго нет. That's very clear. Это ясно. But you believe it is there. А вот вы считаете, что оно есть. And I'm just telling you, see whose ego is this? What is the ego? Я же говорю, но если ты считаешь, что оно есть, ну посмотри, чье оно. And you find nothing. И ты ничего не обнаружишь. And then you know, well, it's not there. It doesn't exist. It never existed. И вот тогда ты сам узнаешь, нет эго, оно его никогда и не было. Oh, but this is a practice, and then you say, no practice is necessary. This is not a practice. I got lost. Then people say, no, but you say that there is no need to practice, and then this is a practice, and I say, no, this is not a practice. И иногда мне еще я говорю, не нужно практиковать. А мне отвечает, но то, что ты говоришь, это практика. А я говорю, нет, это не практика. This is just being conscious of being. Of being. Это только о том, чтобы осознавать пребывание. That's all. И все. Ничего больше. Могу говорить, да? Запутался немного. Цезарь хотел бы тут еще два вопроса со вчера. Три. See, people give me so many gifts. It's very nice, very kind, very sweet of you. Люди дарят мне очень много подарков. Это мне очень приятно. Это очень мило с вашей стороны. Especially food. Особенно еду. That's nice. Это очень приятно. But my health was a little bit spoiled. Ну, мое здоровье, оно было немножко нарушено. And now it's okay. Немножко было подорвано, а сейчас все хорошо. And I would like to keep it. И я бы хотел сохранить вот так вот. In order to keep it. Но чтобы сохранить здоровье хорошее. I won't be able to eat anything that you are giving to me. Я не могу ничего есть из того, что мне дарят. Because this particular physical condition is demanding a particular diet, so otherwise I won't be able to carry on doing this or anything else. Потому что вот это вот определенное физическое состояние этого тела, ему требуется конкретная очень строгая диета. Если я не буду ее придерживаться, то я просто не смогу этим заниматься, вообще ничем не смогу заниматься. And when you give me any other gifts, I don't know what to do with them. И когда вы мне дарите подарки, я не знаю, что с ними делать. See, so the best gift or the best way to say thanks. Лучшим подарком и лучшим способом сказать спасибо. Is to realize your true nature. Является осознать свою истинную природу. And not to forget it. А потом не забыть о ней. That's the best way to say thanks. Это самый лучший способ поблагодарить. So.
Now you can. Yeah. And Caesar, there is one more question, like yeah, which was no, supposed to be. I know, but he came now yesterday. Yeah. В общем, я учусь в университете, но мне не интересно. I study at the university, but it's not interesting. Я понимаю, что тут комфортно и надежно, но есть чувство, которое говорит, что это не то, что тебе нужно. I understand that it's something which gives security and that it's comfortable to, you know, to finish studies. Но maybe. Вам не нравится? Не понял. Вторую часть. Есть чувство необъяснимое, которое говорит мне, что это не то, что мне нужно. But still there is a feeling I cannot explain it, and this feeling is saying me that this studying is not what I need. Куда мне следовать, за голосом разума или за этим чувством? So what should I follow? This voice of mine that it's that I must finish education, or this feeling? The feeling which is saying this is not my thing. What is wrong with education? Что не так в образовании? Ну, оно перестало быть неинтересным после того, как я начал более осознанно, что ли, смотреть на мир. It's not I lost interest in this education, in this studying, when I started to look at the world more consciously. Be careful with that. Будь очень аккуратным. Education is not the problem. Knowledge is not the problem. Образование, знания, они не представляют из себя проблему. Most surely or possibly your life can be more comfortable. Скорее всего, и обычно всегда есть возможность, что you mean due to education, yes? Mm-hmm. Благодаря образованию жизнь будет более комфортной. Nothing wrong with education. В образовании нет ничего неправильного. It will not make you happy, for sure. Но, естественно, образование не сделает тебя счастливым. But it will give you some tools for practical purpose that may be quite useful. Но образование может дать тебе какие-то практические инструменты, которые в будущем будут полезными. I go on learning. Я продолжаю учиться. Stuff here, this diet, exercise, knowledge is not a problem. Всякие разным штукам, новым упражнениям физическим. То есть в знаниях нет проблемы. In fact, knowledge comes from you. На самом деле все знания они исходят из тебя. You don't need it. Ты не нуждаешься в знаниях. And yet it comes from you. Но вместе с тем из тебя они исходят. And yet it is implemented by you. И вместе с тем именно ты внедряешь знания, применяешь их. Maybe what you're studying is not what you want to study. Может быть, то, что ты учишь, это не то, что ты хотел бы учить. That was my case. Так было в моем случае. I never understood humans. Never, ever. Still I don't. Я никогда не мог понять людей, если честно, до сих пор не понимаю. For me, humans were the most weird species in the universe. Для меня человеческое существо казалось и кажется самым странным видом на планете. The strangest behavior. Их поведение очень странное. I thought I was crazy. И я думал, что я сумасшедший. Because this knowledge was intuitively there in this case since I was a child, but I was not sure, and eventually I lost it. Дело в том, что вот это знание в данном случае, оно присутствовало с самых ранних пор. Я интуитивно все знал. Но потом, как бы, не было подтверждения, я просто утерял его. There is a reason why children look at you as if you are an alien. Именно в этом причина, что некоторые дети смотрят на взрослых, как будто бы они с другой планеты. What's wrong with you? Что с вами не так? Right? And I wanted to study psychology or philosophy or sociology. I wanted to understand human nature. И я поэтому хотел понять человеческую природу, и я хотел изучать или социологию, или философию. But because of my trauma, но из-за моей травмы, due to my parents' divorce, ну, я имею в виду вот этот развод родителей, my qualifications were not high enough. Your qualifications were not high enough. То есть мои оценки по окончанию школы, они не были достаточно высоки. So I couldn't enter university.
я просто не мог поступить в университет. And I have to study in a techno something, business and administration. I hated with a passion. И мне пришлось пойти на бизнес-администрирование, на что-то, куда я мог поступить, и я это от всего сердца ненавидел. Не нравилось мне это учить. I didn't, but then I start searching by myself, basically teaching myself, asking questions, reading books, etc., etc., etc. Но я стал искать сам, я стал учиться сам, я читал книжки, я задавался вопросами, искал на них ответы. Even if you realize the truth now. Даже если сейчас ты постигаешь истину. There's a risk of falling in a trap. Все равно остается риск, что ты попадешь в ловушку. First, we are completely identified with the body. Первое, у нас мы очень сильно отождествлены с телом. Then we are with form. Затем с формой. And then we are completely identified with emptiness or formlessness or see. А затем происходит сильная отождествленность с пустотой. Then I want to be in meditation all the time. И тогда появляется желание все время хочу медитировать. I don't want to eat, I don't want to sleep, I don't want to talk, I don't want to work, I don't want to clean, I don't want to have a shower, I don't want anything. Не хочу есть, не хочу разговаривать, не хочу убираться, не хочу мыться, ничего не хочу. And then you start neglecting the body. И ты начинаешь отрицать тело. And your duties. Отставлять в сторону тело и свои обязанности. So you have to be kind of balanced. То есть нужно найти равновесие, какой-то баланс между тем и тем. It's a spiritual trap. Это, когда такое происходит, это духовная ловушка. When you realize that you are, in essence, not a meditator, but meditation. Когда ты понимаешь, что по сути ты не медитирующий, а сама медитация. Then you find that life, activities and meditation are one and the same. They are not separate. Тогда ты обнаруживаешь, что жизнь, действия, события и медитация — это не нечто разное, это одно. Они не происходят отдельно. There's a very famous book in India called Ramayana. Есть очень известная книжка в Индии, она называется Рамаяна. It's the story of Rama. Это история о Раме. Which represents God. А Рама там представляет Бога. And this is the only book when God is suffering from ignorance. Это единственное из писаний, где сам Бог страдает от неведения. And he's suffering. И от страданий. And a teacher has to come to clear his mind up. И там должен появиться учитель, чтобы очистить его ум. And I thought, how come God is going bananas? А я вот читал и думал, как сам Бог может заблуждаться? So whose illusion is this? Who is under the illusion? Так а чья вот это заблуждение, эта иллюзия, чья она? Кто находится в заблуждении? Consciousness. Само сознание. It's under the illusion of its own illusory power. Оно находится под иллюзией своих собственных иллюзорных порождений. It's a power within consciousness. It's called mind. И сила сознания порождать иллюзию захватывает его же. Это иллюзия. И вот эта вот сила в сознании, она называется ум. And for no rhyme, no reason gets activated. И иногда без всякой на то причины эта сила активизируется. And brings all this into existence. И вот это вот все появляется. And then consciousness. А после этого сознание identifies with the illusion. Отождествляется с иллюзией. And then now is deluded by its own illusion. И теперь оно находится в заблуждении у собственной иллюзии. And suffers from delusion. И страдает от этого заблуждения. See? And then this guru comes and talks to Rama, says, my friend, the whole story, what you hear here, basically. И вот в Рамаяне этот учитель появляется, и Раме рассказывает все эти истории, ну, в принципе, то же, что и вы здесь слушаете. And he was told to look within, and he looks within, and he finds peace. И вот Раме сказали, посмотри вовнутрь, Рама посмотрел и нашел покой. And then he is in samadhi. И вот сидит в самадхи Рама. Fantastic, no problem. Все прекрасно, здорово, никаких проблем. And after some time, но через какое-то время the guru came and knocked the door.
появляется гуру и стучит в дверь. Hey, mister. Эй, мистер. Enough. Хватит уже. That is enough to know that this is your true nature. Вот этого уже достаточно, чтобы познакомиться и чтобы знать, вот это твоя истинная природа. Now wake up. Теперь проснись. Stand up. Вставай. And live peacefully the rest of your life. И спокойно проживая свою жизнь. See? Есть еще вопрос. Когда я нахожусь в настоящем моменте, если заглянуть внутрь, то можно услышать смех или любовь, или сострадание. When I am in the present moment, if I look within, I can see laughing or love or compassion. Yes, yes. Но эти чувства... Wait. Подожди, подожди. Who is the seer? We have to go back there. Нужно опять все-таки вернуться. А кто видит? It doesn't matter what you see. Кто видящий? It doesn't matter what you see. Вообще не важно. Because there is an identity with what you see, you see. Дело в том, что появляется отождествление с тем, что видится. An identity with the giggles, an identity, and then you neglect the rest. See? И отождествление с этим смехом или там с любовью, и ты начинаешь отодвигать в сторону все остальное. I have been laughing the whole morning with my friend. Я вот со своим другом был целое утро и все утро смеялся. While taking care of my responsibilities. Но при этом я еще занимался своими делами. Using the knowledge that I acquired here and there. И при этом применял знания, которые я в какое-то время приобрел. See? I am busy even in my dreams. I'm busy. Даже в своих снах я занят. See? Then we can use spirituality as a form of escape from reality. Дело в том, что иногда мы используем духовность как средства побега от реальности, from family, от from действительности. Society, from... No need. То есть мы, используя, оправдываясь духовностью, убегаем от семьи, от общества и так далее. Но в этом нет нужды. Then enchanted by what we see. Мы настолько захвачены тем, что мы видим. By what we are conscious of. Тем, что осознается. Then we forget the one that is conscious. Что мы забываем того, кто осознает. And the reality and the nature of it. И эту реальность, суть осознающего. Who is this here? Кто видит? Have a look. Посмотри. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. I cannot see anything. Because there is nothing there. Потому что там ничего нет. Seeing is happening. Видение, смотрение происходит. Seer is not happening. А видящий не происходит. Seeing is there. Есть видение. Seer is not there. Нет видящего. That's the meaning. You shift the attention from the seeing to the seer. В этом заключается значение слов. Переведи внимание с того, что видится, на видящего. The seeing is the thought. А то, что видится, это мысль. Who is the seer? А кто видящий? The thought disappears. И, то есть переводишь внимание, а кто видящий эту мысль? Тогда мысль исчезает. Still, apparently, there is a seer, someone, as if there is someone, somebody, a person, an individual, a separate self that is seen. Но все еще кажется, что есть видящий, некто, кто видит. Then you realize there is no seer neither. И тогда, когда ты его замечаешь, ты понимаешь, что и видящего нет. There is no object. То есть нету объекта. There is no subject. И субъекта нет. So, what is there? А что есть? The totality. Тотальность. Everything. Все. And nothing. И ничего. Inseparable. Они неотделимы. For me or for her? For me? Yeah. For her? For me or for her? Это для Цезаря? No, that's for you. Для меня. For you. And for you. She gave me mine yesterday. She sent it. Can you see what I'm trying to say? Понимаешь, о чем я? To understand this is more important than anything that you can possibly say or any of you can possibly say. To understand? Yes, to understand this. Это очень важно, чтобы ты понимал, о чем я. Что я имею в виду. Mm.
It's a simple, gentle shift of attention. Это очень простой, очень мягкий перевод внимания. Thoughts from thought to thinker. С мыслей на думающего. From experiences to the experiencer. С опытов на испытывающего. From that which you are conscious of to the one that is conscious. С того, что осознается, на того, кто осознает. And then you realize that the one that is conscious is consciousness, not somebody, not a person. И тогда ты понимаешь, что тот, кто осознает, это сознание, это не некто. Then you go deeper. What consciousness is conscious of is also consciousness. А затем ты идешь еще дальше. То, что осознается сознанием, осознаванием, это точно так же сознание. Then who is conscious of what? Тогда если кто-то, кто что-то осознает. And the story finishes there. И вот на этом заканчиваются все истории. Спасибо большое. Okay. Thank you very much. I neglected the body also in a trap called spirituality. Even after awakening, you know, I fell in so many traps. Я тоже не обращал долгое время на физическое тело, и это происходило даже после пробуждения. И, если честно, после пробуждения я попадался в очень многие ловушки. Can I answer a few questions? Okay. The question from yesterday, in Russian first. Вопрос. Чем отличается безоценочное восприятие по факту от сравнения по типу больше-меньше, старше-моложе и от оценок по типу он это делает хуже, лучше, она хуже, она красивее и так далее. The question is, what is the difference between three ways of perception of reality? First one is actual perception without any evaluation. Second one is evaluation like it's bigger, it's smaller. He is younger, he is older. And the third one is a judgment. She is worse. Or she's the best. Mm. So there are three. Mm-hmm. When you just perceive as it is, then when you evaluate, smaller, bigger, and third one is a judgment. Mm-hmm. When the judgment is conceptual thinking, egoic thinking, one can say. Оценки. Это концептуальное мышление, это эгоистичные мысли. It's an idea behind. За такими оценками всегда стоит идея. This is wrong. Это неправильно. For you to say this is wrong, you need to know what is right. И чтобы ты мог заявить, что что-то неправильно, у тебя должно быть представление, а как правильно. Isn't it? Правда? So to judge, you need an idea. То есть чтобы оценивать или осуждать, необходимо представление, идея. The second one is practical thinking. You are describing facts. Второе — это практические мысли, которые описывают факты. Now you are using your mind. В таком случае ты используешь свой ум. In the previous case, your mind is yourself. The mind is a self. Вот в том случае, когда происходит осуждение, ум становится тобой. Somebody there that this is right, this is wrong, this is good, this is bad, you here, no, you there, etc., etc. Вот кто-то стоит и говорит, вот ты туда, ты сюда, ты прав, ты не прав, это правильно, неправильно, хорошее, плохое. The other one is, oh, this is painful, this is pleasant. То есть это вот это оценки. А когда практические мысли, это когда больно, неприятно. This is cold, this is hot. Холодно или горячо. The other one, when there is no thoughts. И вот это безоценочное восприятие по факту, когда нет мыслей. Is a moment. In that moment, you can recognize, realize that there is no separation. И в такой момент, когда ты свободен от мыслей, происходит узнавание, осознание, что ничего не отдельно от тебя.
You cannot even say. What can you say in that moment when you are free from thought? And to whom are you going to say anything? Who is going to say what? И тогда уже даже некому нечего говорить. Там нету никого, кому можно было что-то про что-то сказать. Нет никого и нет ничего. But that is a mental state also. Но и это также является состоянием ума. The absence of thoughts. Состояние ума без мысли, отсутствие мысли. The mind is there. Ум есть. It's just not active. Просто он неактивный. It's quiet. Он молчит. And then we believe that quiet mind is quietness. И вот этот вот тихий ум, мы начинаем тогда думать, что тихий ум это и есть тишина. There we are under the impression that silence of the mind is the real silence. И у нас создается впечатление, что тишина ума, покой ума это и есть настоящая тишина. Real silence is the one that knows that the mind is either active or inactive. А настоящая тишина — это то, что воспринимает ум молчащим или активным. And it's always there. Excuse me. And it is always there. И вот эта тишина всегда есть. It cannot go anywhere. Она никогда никуда не может уйти. It's not coming from anywhere. Она ниоткуда не может появиться. It's ever present. Она всегда есть. And it is your true nature. И это и есть твоя истинная природа. What happened is that even if the silence, the real silence, is experienced, one can say, or recognized. И что происходит, когда эта настоящая тишина осознается или, можно сказать, переживается? Still, there is an identity with the body. Все еще может быть отождествление с телом. And there is a very subtle thought form there. И присутствует такая очень тонкая мыслеформа. And then apparently this thought form is perceiving the silence. И кажется, что эта еле уловимая мыслеформа воспринимает, чувствует тишину. And then you realize, no, it's the other way around. Но в конце концов ты понимаешь, нет, все совсем наоборот. Silence is perceiving this thought form. Эта тишина воспринимает вот эту вот тонкую мыслеформу. Silence is what is perceiving, it's what is experiencing. Эта тишина воспринимает, эта тишина переживает. And in reality, the nature of this silence is untouched by any experiences. И в действительности суть этой тишины, она не затрагивается никакими опытами, никакими переживаниями. This joy comes when you understand that. И такая радость появляется, когда это ясно, это понятно. Because you cannot be happy all the time, neither. Потому что быть радостным нельзя постоянно. Because happiness is also is a mental state. Потому что вот такая радость это тоже состояние, еще одно состояние ума. So sometimes there is nothing. И иногда вообще ничего нет. No feelings, no emotions. Нет ни эмоций, ни чувств. No reactions, no actions. Ни реакции, ни действий. Sometimes there is not even sense perception. Иногда даже ничего не воспринимается, не ощущается. It's just peace. Только покой. Right. Yeah. You want to say something, no? Да, вы хотели что-то сказать. Because that was your question also yesterday. Потому что вчера это тоже у вас был такой вопрос, да? Is the peace is not going to go anywhere. Покой, этот покой никуда не уйдет. No, it's not going anywhere. Не уйдет. Good news. Это хорошая новость. Цезарь, после того, как я позавчера задала вопрос, после этого, да, наступило мир и покой.
See, the day before yesterday, I asked the question. I asked you the question, and peace appeared, came. А вчера ты сказала, что все, что вокруг нас происходит, что это тоже мы. Yesterday you said that everything what goes on around us, it's also us. I am what happens. Но нет ничего, что я бы могла назвать я или мы. Это ты сейчас говоришь. Да. Но нет ничего, где я бы могла найти я или мы. But now there is nothing what I can call I or what I can call we. Mm. What is this around? Что это? And then что вокруг? All what is around, what is this? Because I cannot call it myself. Exactly. That's what I'm trying to say. Все правильно. Я как раз об этом и говорю. There is no you and the others. Нету меня и других. There is no form and formless. Нету формы и бесформенного. There is no relative and absolute. Нет относительного и абсолюта. Тогда я еще один вопрос задам. One more question. Когда что-то происходит, очень сложно принимать решение стало. Now when something happens, it's very difficult to make a decision. Now it's very difficult. Как принимать решение? How to make decisions? Hmm? How to make decisions? This is a temporary experience. Так будет только какое-то время. And it's fine. И это нормально. Цезарь. And then you react. И ты реагируешь, отвечаешь спонтанно. How? I can't tell you how. Как? Я не могу сказать тебе как. Not even you know how it's gonna be. Даже ты не знаешь, как будет. So it's what I'm trying to say. First, we are completely here. То есть об этом я как раз и пытался сказать. Сначала ты полностью вот тут. Body and mind. В теле и в уме. And then we are completely here. А затем ты совсем там. But there is no body, no mind. Там, где нет ни тела, ни ума. And take some time to get balance in between. Какое-то время требуется то, чтобы уравновеситься, устаканиться. Okay. I don't tell anybody what to do or not to do. Я никому не могу сказать, что делать или чего не делать. Because all the answers are within you. Потому что все ответы находятся внутри тебя. Knowledge is within you. Все знание, оно появляется из тебя. Everything is within you. Все из тебя. Сиза, there is one more question here. Yeah. Can I? In Russian. Что все эти практики, медитации, йоги, тренинги, психологические, бизнес, что они не работают, не помогают? Они бесполезны или все же это рабочие инструменты, помощники на пути к просветлению? What about all those practices, meditations, yoga ways, different ways of yoga? Psychological trainings, business trainings, they don't work, they don't help, or they are useless, or still such different kind of practices and trainings, they are like working instruments towards enlightenment. See, all what is mentioned there. Все, что здесь перечислено, depends upon a practitioner.
зависит от наличия практикующего. So how can it work? Как оно тогда может работать? How can the practicer destroy itself? Как практикующий может уничтожить сам себя? Like the ego is trying to commit harakiri. Это эго, которое пытается осуществить харакири. It will never push the sword. Оно тренируется, но никогда не вонзит кинжал. It will be for 2000 years sitting on the floor. 2000 лет оно будет сидеть на полу. Holding the sword. Вот так вот, держа кинжал. Never pushes it. Но никогда не нажмет. And then you will be people around you saying, when are you going to kill yourself? А люди вокруг тебя будут ходить и спрашивать, ну когда ты уже убьешь себя? Say, no, I'm practicing. А ты будешь говорить, я практикую. I'm practicing. Тренируюсь. See? So it prolongs the ego. И это только продлевает эго. Strengthens the ego. И усиливает его. Reinforces the illusion. Укрепляет иллюзию. But if you go straight forward. Но если ты раз и прямо на месте. And see who is the practicer. Возьмешь и посмотришь, а кто практикует. There is none. Нет никого. How can you even get rid of it, isn't it? Как же можно от него избавиться? If it is not there. Если его нет. It only appears to be there. Только кажется, что есть практикующий, что есть некто. Businesses, why not? Ну вот бизнес-тренинги, почему нет? Что в них такого? Train yourself to do business, why not? То есть ты можешь нарабатывать какие-то практики для улучшения бизнеса. You want to make money, make money. That's not a problem. Хочешь заработать деньги вперед? You don't want to make money. That's not a problem either. Не хочешь зарабатывать деньги, тоже не проблема. If you know who you are in essence. Когда ты знаешь, кто ты по сути. Then you will be okay with money, without money, with job, without job, with wife, without wife, with children, without children. With body, without body. Ты будешь в порядке с деньгами или без денег, с женой или без жены, с детьми, без детей, с работы, без работы, с телом и даже без тела. If you have it, it's okay. Если у тебя есть, прекрасно. If you can't, если не можешь иметь, also okay. Тоже хорошо. If you realize that your true nature is completely independent from any experience, then you can experience whatever it is. It doesn't really matter. Когда ты понимаешь, что твоя истинная природа не зависит ни от каких опытов, переживаний, тогда ты можешь испытывать все, что угодно, все, что хочется. But spiritual practices, they have their space, I should say. Но духовные практики, я должен сказать, что, конечно, они имеют свое место. Entertain yourself for some time. Ну, и ты ими развлекаешься какое-то время. You keep your mind busy, no? Твой ум просто занят какое-то время духовным. I mean, it quiets the mind for some time, you get some peace, but it's not, it would never, never, never. Ну да, ну успокаивают они ум, ну покой, ну на какое-то время, но. Doesn't help. Не помогает. You know it doesn't help. That's why you are here. И вообще-то вы знаете, что не они не помогают, поэтому вы здесь. Otherwise you wouldn't be here. Иначе бы вас здесь не было. Yeah, your mantra, your meditation, your rituals, your devotional songs, fantastic, no problem. Все эти ваши мантры, ритуалы, медитации, духовные песнопения, ну прекрасно, может, занимайтесь. I also repeated mantra until the exhaustion, until I will collapse out of exhaustion, because I was quite fanatic. Я тоже занимался повторением мантры, я повторял их вообще до изнеможения, пока я уже не падал на пол от истощения. Ну, почему? Я, если честно, был очень таким фанатичным человеком. If we're gonna eat, we're gonna eat. If we're gonna drink, we're gonna drink. We're gonna just full on. Если есть, так есть. Если пить, так пить. Все на полную катушку. And I will never stop until I get what I want. What I wanted. Никогда не останавливался, пока не заполучал желаемое.
And I did the tantra, the yantra, the mantra, the pujas, the meditation, the service, the whole thing. И все эти разные штуки, и служение, и тантра, и янтра, и мантра, и пуджи, все переделал. The psychology, the analysis, the observation. И психологией занимался, и там этим анализом занимался, наблюдением занимался. It didn't took suffering away from me. Но это не устранило страдания. On the contrary. Наоборот. It increased. Страдание только усилилось. Это ты про меня рассказывал? Are you talking about me? Yes, because I am Jew. Да, потому что я — это ты. И я 40 лет занимался. I was practicing for 40 years. Oh, yeah. Hare Krishna. Yes, yes. Yeah, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Bol, all that stuff. I went through all that stuff. Да, я тоже всеми этими штуками занимался. It reinforces the idea that God is a separate entity. Но это все только усиливает идею, представление, что Бог — это некто отдельный. And you are the God that you are looking for. Excuse me. You are the God. А ты и есть тот самый Бог, к которому ты стремишься. Официальную часть разрешите. Официальную часть. Я... Can I say official part? В этом театре жизни, на данном акте, я исполняю роль руководителя небольшой духовной общины. In this theater of life, in the actual part, my role is the coordinator of some small spiritual society. What spiritual society? What is that? Очень интересно, духовная община. When you say spiritual society, когда ты говоришь духовная община, you are creating a division, separation. Таким образом, ты создаешь разделение, разницу. Spiritual society. Духовная община. Non-spiritual society. И не духовная община. Спасибо. Мы вас приглашаем в гости. We are inviting you to be our guest. You know I can't. Excuse me? You know that I can't. Ты знаешь, что я не могу. You know that because if I go there. Ты знаешь, что если я туда пойду? You will be fired. Тебя уволят. So simple. Все просто. You will be fired. Я к этому и стремлюсь. I don't want to go into details, you know. Не хочу вдаваться в детали. I didn't ever join and I will never join any kind of organization. Я никогда не присоединялся и не участвовал ни в каких в организациях ни в какого рода и никогда не буду это делать. Whether it's political, or spiritual, or religious, or any of that stuff. Будь это политическая организация, религиозная организация, духовная организация, ничего такого. We can talk
Anytime, anywhere. Мы можем пообщаться в любое время, в любом месте. But you guys have your rules and regulations, your own limitations. Но у вас, ребята, есть свои правила и нормы, свои ограничения. And the one that is going to be affected is you. И на кого это в итоге все повлияет, это на тебя. And it is all about this, I tell you. И все это об этом. It's about the possibility. I'm not talking about you, because maybe your case is different. Ну, я не говорю лично о вас, возможно, ваш как раз случай другой. It's all about having a piece of paper. Смотри, к чему это сводится. К тому, что у тебя какой-то листок бумаги. That has your picture here. С такой вот фотографией тебя. Which reinforces the identity with the body. Эта фотография только усиливает отождествление себя с телом. Your form. Вот это моя форма. Your name. Мое имя. And an identity, an extra identity, which is with the symbol, the organization. И еще некая добавочная идентичность, какой-то символ, какой-то организации. I have this, I belong to this, I am a member, I am a member. It sounds even funny to be a member. Вот, у меня есть это, я принадлежу этому, я член. Забавно звучит, конечно. With all due respect, you know? При всем моем уважении. I can't see. Не могу ответить на ваше приглашение. Тогда лично. Тогда своим. Then about personal. And they are going to save the world, save the planet, make everything better. They know better. Они спасают планету, они спасают мир. Они хотят все улучшить. And this is the way, and, они знают как. And this is the God, and nobody else, and вот это Бог, а все остальные нет. That contradicts the truth. Это противоречит истине. А какая разница, противоречит или нет? Does it make any difference that it contradicts the truth? What is the difference? It doesn't make any difference. If you want to carry on being deluded, by all means, you are more than welcome. Ну, если ты хочешь быть в заблуждении, то можешь присоединяться. Кто я? Миху. Тогда вопросов нет. Then there are no questions. It's very kind. Your invitation is very kind. I feel that you are coming to me with the best intention ever. И ваше предложение, оно очень мне приятно, потому что я чувствую, что вы очень, ну, от чистого сердца это говорите. But I'm out of the circus. Но я не участвую в цирке. А у нас I'm out of that game. Не организация даже. It's not organization. Наподобие. Ну, наподобие. It's something kind of this. Even this. Даже наподобие этого. I want to be free to move as I please, to go wherever I, if I can. Я хочу быть свободным и ходить, идти туда, куда мне хочется, если, конечно, могу. What I love about the people that somehow that we got close after some time. Что мне нравится вот в людях, которые иногда со временем становятся мне близкими. And this event is a proof of this fact. И вот это вот событие, которое сейчас происходит, и является доказательством этого. It is possible to organize an event. Что действительно возможно организовать мероприятие. Without organizers and organization. Без организаторов и без организации. This happening here. Вот так здесь и происходит. There is no organization. Нет организации. There is no guru. Нет гуру. There is no student. Нет учеников. Nothing. Ничего. Are you following what I'm trying to say? Понимаете, о чем я? I don't know. It's just. My experience says it doesn't help. Ну, не знаю, просто из моего опыта это не работает. Because I tell you, you have to do this, you have to do this, you have to do this. Потому что тогда я должен рассказывать, вот это нужно делать, это не нужно делать. To be free. Чтобы быть свободным. And this itself is bondage. Но это уже не свобода.
To do something to be free is bondage. Делать что-то, чтобы быть свободным, в этом уже не свобода. And this effort itself is suffering. И такие попытки, они сами по себе уже страдания. Effort is suffering. Когда ты прикладываешь усилия, это уже страдание. I remember Ramana Maharshi saying something like that. Я помню, что Рамана Махарши сказал что-то наподобие следующего. So when I came to this mountain, to this hill where he was living. Он сказал, когда я приехал к этой горе, возле которой он жил. See, for plate I had my hands. У меня вместо тарелки были мои ладони. And for bed I had the ground. А вместо как кровать у меня была земля. And for ceiling I had the sky. А вместо потолка небо. And you came and built this ashram. А вы пришли и построили этот ашрам. And brought this couch here. И поставили сюда диван. And you expect me to sit here 24 hours and answer all your questions. И ожидаете теперь, что я буду сидеть на этом диване 24 часа и отвечать на ваши вопросы? When I came here, I was free to just wander around as I pleased. Когда я сюда приехал, я был абсолютно свободным слоняться везде, где мне нравится. And then he said, this couch. И он говорит, вот это вот диван it's a prison for me. Для меня тюрьма. It's bondage. Для меня это не свобода. If there is awakening and from an awakening point of view, there's no interest in ashrams, organization, students, nothing at all. Когда действительно имеет место пробуждение, тогда не возникает никакого интереса ни в ашрамах, ни в учениях, ни в организациях, ни в чем такого рода. Ashram is built by the ego. Ашрамы строятся эго. Build a jail. Они таким образом строят тюрьму. So I know that the guru is going to be there anytime. When I need the guru, he's there. Я хочу быть уверен, что гуру будет доступен всегда, когда мне нужно, что он будет на том месте там guru. Сидеть. And the guru is locked in. И гуру там буквально закрывают. In jail. В тюрьму. See, Ramana Maharshi was living in a cave. Рамана Махарши, он жил в пещере. And you know what they did? They put a bar, see, to lock him in. И однажды они взяли и повесили решетку на эту пещеру, чтобы его закрывать. With the excuse to protect him from the environment. И у них такое было оправдание, чтобы защищать его там от окружающей среды. Это как бы дикая местность была. Awakened beings are like children. They are very mischievous, very naughty. А пробужденные люди, они, знаете, не как дети, они такие Never хитрые. Serious. Они никогда не серьезные. Always playful, joyful. Они могут даже проказничать, они очень игривые. So this bar, as any other door, и вот эта вот решетка навесная, она, как и любая дверь, has three things one side, you know? Там с одной стороны были петли. When you open the door, you have three things that holds it, isn't it? Ну, то есть там, да, петли такие, чтобы дверь открывалась. Там было три. And then he will not complain, he will stay in jail. И вот он не стал жаловаться, остался закрытым в этой тюрьме. And after, when everybody went away, когда все разошлись, he will remove these things from here and will open the door. Он просто снял эту решетку с петель, открыл. And lock it back and he will go away. Закрыл и пошел гулять. And he will hide. Он прятался. And the people will come. Он где-то там мог спрятаться неподалеку. Люди приходили к этому месту. A miracle. Чудо. You see, and he was there. See? А он сидел за кустами и смеялся. He will wait for everybody to go. Потом он ждал, пока все уйдут. He will open the gate. Опять открывал. And he will lock himself in. И опять себя закрывал. Can you believe it? This is how much he was concerned about anything. Вот так настолько его заботило все. Остальные и все остальное. So I'm very happy to talk about this to help anyone. Я очень anytime. Рад говорить на эту тему об этом и помогать кому угодно в любое время и где угодно. I'm sitting on the stage so I can see the people and you can see me for practical purposes, but that's all. Я сижу сейчас на сцене только из практических соображений, чтобы мне было лучше
видно людей, и людям было лучше видно меня. All this paraphernalia, practical purposes, that's all. Но вот эти все прибамбасы, это тоже из практических соображений. But there is no guru here, there is no nothing. Но здесь нету никакого гуру. So as long as I have time and energy, I am more than. And if a person is really interested in the subject, then I am in. Пока у меня есть время и силы, и человек, который хочет пообщаться, действительно жаждет этого, тогда я всегда за. If you invite me to speak, fantastic. But if you invite me to join, I have to say thank you, but no thank you. Когда вы приглашаете меня пообщаться, дать беседу, я за. Но если это приглашение присоединиться, тогда я откажусь. I have been invited to many organizations. They don't invite me anymore because I contradict what they speak there, and then it's not convenient for them because then they lose their business. Меня приглашали во многие группы, организации, а потом перестали приглашать, потому что если я и приходил, то они теряли деньги, я как бы им вообще портил весь бизнес. One mantra, $300. Потому что иногда одна мантра стоит $300. Opening of chakra number one, $500. Открытие первой чакры стоит $500. Opening of chakra number two, $1,000. Открытие второй чакры $1,000. And each chakra increases $500 each, you see? Ну, каждая последующая чакра стоит на $500 больше. Диксха. I don't know. Диксха. Thousands of dollars. Не знаю, $1,000. How can anybody give you what is already there? Как кто-то может тебе дать то, что уже есть? That's my point. Вот о чем я. Spiritual business. Духовный бизнес. Вопросов не было и не появилось. There were no questions, and now I don't have any questions. Общение на стуле, как это, без привязанности. And this is just по времени вполне устраивает. This communication, sitting on the chair without any attachment, is completely okay. В будущем мы и на расстоянии можем общаться. In the future, we can communicate through distance. At distance. I don't know. К счастью, даже привязанности. Future, I don't know. На расстоянии не знаю. You see, this is all what you learn in your spiritual groups. Это все, чему вы научились в ваших духовных группах. In the future. В будущем. We will. Мы будем. In the past, we learned that. А в прошлом мы этому научились. And in the present, а в настоящем we exercise it. Мы упражняемся в этом. Just look around you and see if all what has been tried to make everything better made anything better. Просто посмотри по сторонам, а все, что вот все, чем мы занимались, чтобы улучшить положение вещей, улучшило ли это положение вещей? It hasn't. Нет. Thousands of years we repeated the same thing in a slight different way for thousands of years. Мы тысячелетия повторяем одно и то же, немножечко так видоизменяя, но по сути одно и то же. Same nonsense, different weapons. Одна и та же same nonsense. Одна и та же ерунда, но оружие другое. More sophisticated. Такое более изощренное. Peace is there. Покой вот он. Here, здесь, now. Сейчас. And this is what everybody wants. И именно этого каждый хочет. Нет проблем. Нет проблем. There are no problem. See, somebody gave me this, the New Testament.
A New Testament. Really? Yes. Кто-то подарил Новый Завет. На испанском. See, somebody gave me this New Testament. Кто-то подарил мне Новый Завет. And then yesterday I opened one page just casually. И вчера я так наугад открыл его на какой-то странице. And at some point during a day I will explain something from here, and you will see if what I say has anything to do with what you listen in the church. И иногда я могу объяснить то, что написано здесь. И вот вы просто можете сравнить, насколько оно соотносится с тем, как вот объясняется эта книжка в церкви. In the church you are told that you are a sinner and you have to redeem yourself. В церкви говорят, что ты грешник. Redeem, what is redeem? Redeem is like, I forgot. Допустим, говорят, ты грешник, и ты должен покаяться. Here I will tell you that the only sin that you can possibly commit is to think that you are a sinner. А здесь я тебе скажу, что единственный грех, который ты можешь совершить, это думать, что ты грешник. That you think that you are whatever it may be. И что ты вообще, единственный грех, это думать, что ты нечто, что бы ни было. The original sin is the identity with the body. И первородный грех — это отождествление себя с телом. It's not a sin in a moral context. Но это не означает грех в моральном смысле. It is only because it creates suffering. That's all. Это не означает вот грех как бы ну вот в нравственном понимании. Почему грех? Потому что это причиняет страдания. That's the problem with words. И именно в этом проблема со словами. Caesar, and there are more questions? Yeah. Shall I? Let's. Я уже второй день подряд прогуливаю занятия по мастерству актера. Можете повторить, пожалуйста? Повторить? Второй день подряд я прогуливаю занятия по мастерству актера. Ага. It is the second day when I am skipping the classes of actor something, actor acting. You know, in theater, how no, to. No, this is your acting class. Но это же и есть занятие по актерскому мастерству. This is an act. Вот это вот. Это игра. Мне кажется, у меня очень светлый учитель там. And I think I have a very very light, very good teacher at those classes of. Но все учение строится на конфликте, на борьбе, на достижении, на противостоянии, but на том, чтобы не успокаиваться ни на секунду, и наоборот. But there all the teaching is built on a conclusion that you must struggle, there must be contradiction, there must be some you know, some confrontation. Because without it there is no me. Ну, конечно, потому что без борьбы, без напряжения, без конфронтации, без терок меня нет. Who is gonna win an Oscar? Кто же так, если меня нет, кто же тогда получит Оскар? Ego clapping at itself. Oh, how great you are. Это эго. Не будет никакого эго, которое само себе похлопает. Какое я классное. Так что, значит, искусством просветленные не занимаются? Does it mean that enlightened beings they have nothing to do with art? Моцарт, Бетховен. Enlightened beings are artists. Вот как раз просветленные, они являются настоящими деятелями искусства. Even the way they breathe is a piece of art. Даже то, как они дышат, это уже произведение искусства. Yeah.
I spend some time with. Remember that I'm using words such as I, teachers, enlightened being. All that is just for the sake of communication. These words mean absolutely nothing. Какое-то время я провел. И помните всегда, что когда я говорю «я» или «пробужденный» или «учитель», это я использую эти слова только ради общения. По сути, это ничего не значит. And it was so fascinated to be with them. Я был с какими-то... Excuse me, you spoke. The way they move, the way they act, the way they do things, there is something there that somehow attracts your attention and you are like enchanted. With enlightened beings, you mean? Yeah, yeah. Я общался с пробужденными, и то, как они себя ведут, просто то, как они передвигаются, что они говорят, это просто очаровывает. And you don't know what is it. И ты не знаешь, что тебя именно так очаровывает. I'll tell you what is it. А я могу тебе сказать, что? Spontaneity. Спонтанность. Which is creativity. А в этой спонтанности, эта спонтанность, это и есть творчество, креативность. Creation. Созидание. Anything else is re-creation. Потому что все другое — это воссоздание. Repetition. Это повторение. Somebody does something and everybody copies it later on. Один, кто-то что-то делает, а все остальные позже это повторяют. Imitation. Это имитация. No spontaneity. Никакой спонтанности. Whatsoever. Ни в каком виде. Why? Because there is no intention. Почему так? Потому что за таким не стоит намерение. Spontaneous. Спонтанно. Expression expressing itself. Это выражение выражает само себя. Проявление проявляет само себя. Да нет, тут хорошо. Я не спорю. It feels very good there. Но иногда нужно, чтобы было плохо, чтобы делать искусство. But sometimes it's necessary to feel bad to act. Sometimes it's necessary to pretend. Иногда нужно делать вид, притворяться. It can be a self-defense mechanism. Это может быть просто самозащитный механизм. Exactly. You see? Вот так вот. It can be, but it's an act. Но это игра. You know it's an act. И ты знаешь, что это игра. You're not angry at all. То есть ты делаешь вид, что ты злой, но ты не злой совсем. Это, конечно, неспокойствие, нет? Это неспокойствие. Он неспокоен. Sometimes you need to be tough. Иногда нужно быть... резким. Otherwise, нужно быть твердым. People will walk over you. Иначе люди просто пройдутся по тебе. Walk on you or something. Yeah? На голову сядут. The fact that you are awakened and good and kind, that doesn't mean that that doesn't make you a fool. Тот факт, что ты пробужденный и добрый и ласковый, это не делает из тебя дурака. But it's an act. Это игра. Последний вопрос.
It's the last question. И я уйду. And I will go. And I will go. А можно быть счастливым, когда по-настоящему плачешь и страдаешь? И счастливым по-настоящему? Is it possible to be really happy while you are crying and suffering? No, it will be contradicted. Нет, это противоречие. But you can be in peace. Можно быть спокойным. If you witness a sadness. То есть, если есть грусть, можно оставаться в покое. Сезан, shall I ask? I always wonder why people clap. I always wonder why people clap during these talks. I never understood. Мне всегда было интересно, зачем люди хлопают на наших встречах. Непонятно, зачем. Like a show or something. Like a show, да? It's a support. It's a support. A support for whom? Поддержка кого? For me? Support of your words. It's actually it's a habit. It's a culture. Yeah. Culture это stuff, культура, no? Да? Это... Yeah. Now I understand. I'm not judging or anything. I'm just wondering. Я не осуждаю, мне просто интересно, что это такое. I'm not saying it's bad or wrong. I'm not judging you. It's just expression of gratitude. Oh, all right. Хорошо. I just. Oh, I see. Спасибо, так говорят. Oh, right. That's basically kind of a Russian culture, one can say. Это русская культура, хлоп. I don't know. I'm not. Is it? I don't know. I'm not used to it. I'm just. Я просто не знаю. Я. No, especially in India, there's no. Ну, допустим, в Индии нет такой привычки, такого обычая. That's not good neither. That's not the way it's supposed to be neither. It's just. No. I'm not saying that is supposed to be the way and this is not the way. I'm not saying any of that. То есть я сейчас не говорю, что там аплодисменты это лишнее или наоборот это хорошо. I'm just curious. Просто мне любопытно, почему вы так делаете. Ну, это спасибо человеку за смелость и тебе за смелость. It's a thank you for a person who was so courageous to ask a question and thank you for your beautiful job. Okay. Okay. I understand that. Я мне понятно, спасибо. Okay. Цезарь, есть вопрос, да? У нас у всех, кто я? Он задан. So all of us have the question, who am I? And this question have been asked. Mm-hmm. Есть совет твой, ну либо инструкция, да? Наблюдай. The tip or like instruction from you. Bless yeah. you. Thank to observe. There is instruction from you to observe. Mm. Yeah. Насколько yeah. получается, следуешь этому совету? Почему не происходит разворота сознания? And as much as you can, one follows this advice, but why this shift of consciousness doesn't happen? Because, see, in reality, you always observe. В действительности наблюдение есть всегда. Or observation is ever present. Или ты всегда наблюдаешь, или же это наблюдение, оно всегда имеет место. But there is always an identity with the observed. Но также есть отождествление, соединение себя с тем, что наблюдается. I cannot even tell you to be conscious. То есть я даже не могу вам сказать осознавайте. Because you cannot not be conscious. Потому что вы не можете не осознавать. Ever. Вообще никогда. Это невозможно. But you are always identifying yourself
with what you are conscious of or with what you are not conscious of. Но вы всегда отождествляетесь с тем, что вы не осознаете, или с тем, что вы осознаете, что ничего нет. For example. Ну, например. Deep sleep. Состояние глубокого сна. Dreamless state. Нет снов. When you wake up. Когда вы пробуждаетесь. See? You say I was sleeping. Вы говорите, я спал. You were not sleeping. Вы не спали. The manifestation was sleeping. Это проявленность, проявленная спала. And you are conscious of nothing. Вы осознавали, что нет ничего. So consciousness is ever present. То есть осознавание всегда есть. Or awareness. Или сознание, или осознание. Don't get these talking words, please. Главное, не цепляйтесь сейчас за слова. Experiencing is ever present. Проживание, переживание всегда есть. Experiencing awakening state, experiencing dream state, experiencing deep sleep. То есть есть испытывание состояния бодрствования, состояния сновидений, состояния глубокого сна. This, now this, now this. То есть так, так и так. Awaken, dream, this one. Бодрствование, сновидение, глубокий сон. It's always there. И вот это всегда есть. And it's peace itself. Это и есть тот самый покой. And this one has no form, no name, no shape, no qualities, no attributes, no characteristics, nothing. И вот это, оно не имеет ни имени, ни формы, ни характеристик, ни качеств, но никакое. Right? But this one. Но вот это. Is identifying itself with this one. Вот это отождествляет себя с вот этим. Now this one. А теперь вот это. Appears as it is separate from this one. И тогда кажется, что вот это отделено от вот этого. Умом понимаешь это все, осознавание нет, вот, нет чего-то, что больше бы не вызывало вопросов по этому поводу. With my mind, I understand this, but there is no recognition. Something is missing to, for questions to disappear. Let's see. Давайте посмотрим, чего не хватает. Let's do it together. Давайте вместе сделаем. Who is conscious? Кто осознает? I'm not even asking you to raise the question. Я даже не говорю вам задать этот вопрос. See the seer. Посмотри на смотрящего. Ничего не происходит. Nothing happening. Exactly. Правильно. And nothing is going to happen. Ничего не должно произойти. That's the answer to your question. Это и есть ответ на вопрос. Who is the seer? There is no seer. Кто смотрит? Кто смотрящий? Нет смотрящего. Even though seeing still happening. Вместе с тем смотрение, видение все равно происходит. Are you following? Нету принятия этого. Ты понимаешь? Ты следишь? This one. Вот этот. Cannot see itself. Не может себя увидеть. How can it see itself? Ну как вообще он может себя? Нету принятия. This one is trying to look for itself. Ну понимаешь, а принятия нету этого. This is what is happening. Вот что происходит. Он вот так вот пытается себя увидеть. Consciousness is going bananas. И вот так вот само сознание себя же сводит с ума. Who am I? What is consciousness? I'm looking for peace. What is peace? This is it. Мне кажется, оно даже не пытается себя увидеть, потому что это невозможно. Само сознание начинает вертеться и говорить, а где же покой, где же сознание, где же эта тишина? She said there is no acceptance of this. There is no acceptance of this. Well, this is going to keep on. No, I'm not accept anything, and it's not there. I have to carry on seeking and practicing. И это вот эта же штука говорит, ну нет приятия, тогда буду еще практиковать, буду еще искать. And this one here is this one there, 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 there everywhere. So funny. И вот это то же самое здесь, 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 везде. В этом самое смешное. In the dog, in the bird, in the tree, in the particle, in the atom, in the cell. И в собаке, и в птице, и в дереве, и в молекулах, и в мельчайших частицах, и в клетках. Who am I? Кто я? What am I? Что я такое? What is peace? Peace is asking. Покой спрашивает. Покой, ты где? Peace is not present. Peace is asking. Покой говорит. Нет покоя.
равно не понимаю. Still I don't understand. Still I don't understand. Yeah, because people are waiting for something to happen. Потому что есть ожидание, что произойдет нечто. An experience called enlightenment. Некое переживание, опыт под названием просветление. It will never happen. Никогда не произойдет. At the most, you will burst into laughter. Самое большее, что произойдет, ты начнешь смеяться. Out of a recognition that nothing is going to happen. Когда ты поймешь, что ничего не произойдет. There is no answer to the question, who am I? That is the answer. Нету ответа на вопрос, кто я. Отсутствие ответа и есть ответ. This is what you find. Say, find out who you are, and what you find is that you cannot find anything. Not finding, one can say. Познай самого себя, обнаружь самого себя. И что обнаруживается, что опознается, что нечего, некого обнаруживать. Все. This is a not finding. Это как раз не обнаружение. Нечего обнаруживать. Nobody's there. Потому что никого нет. That's the problem. Who am I? And I'm waiting for an answer. В этом-то проблема, когда ты спрашиваешь, кто я, и ждешь ответа. And you are the answer. А ответ — это ты. How can an answer appear here when it's that? Как ответ может вот тут появиться, если вот он? And this is when you at some point you are. Поэтому какой-то момент ты вот так вот. This is perhaps what can happen. See, something like this can happen. You see? Говоришь себе, ё-моё. Ну вот или такое вот происходит. Maybe a laughter. Может быть будет смех. You burst into laughter, burst into tears, or burst into tears and laughter. You don't know what's going on. А может быть будут слезы. Ты никогда не знаешь, как что произойдет, когда происходит это осознание, что да нет ничего, нет никого. For some time only. А бывает одновременно и смех, и слезы. Но даже это. И смех, и слезы, или все вместе, это имеет место быть только какое-то время. Because eventually you also get tired of that. Потому что в конце концов ты смеяться устанешь. То есть, если я правильно понимаю, это осознание, оно происходит просто в какой-то миг и вообще ни с чем не связано. Did I understand you correctly that this recognition somehow just happens at one point and it doesn't connect to anything, it doesn't depend on anything? Yeah, you need to have. There is a clear understanding is compulsory. Но что обязательно? Это четкое, ясное понимание. That this one cannot see itself. Что это не может увидеть само себя. That which sees cannot see itself. That which sees only sees. То, что видит, не может увидеть себя. То, что видит, только видит. Ничего больше. And this recognizes its reality when the identity with this collapses. И вот это осознает свою реальность только тогда, когда отождествление с этим уходит. Because who thinks I am the body is not the body. Потому что кто думает, я это тело, не тело. Because who thinks I am the body is not the mind, because the mind is the very thought I am the body. И кто думает, я — это тело, это не ум, потому что сама вот эта мысль, я — это тело, это ум. So, who thinks? Кто думает? And there is silence. И тишина. From where thoughts are coming from? Откуда мысли появляются? And there is silence. И тишина. Well, that's the answer to your question. Ну вот ответ. А? The same one. Кто говорит? То же самое. The same non-existent being. То же самое невоплощенное пребывание. The same non-existent entity. То же самое несуществующее существо. Почему сейчас внутри возник страх? Вообще причин нет. Внутри страх. Now there is fear inside me without no reason. Why? Yeah. Because the ego is... Oh, my God!
Хотя вроде не понимаешь вообще, не мысли, не хочу умирать. Не буду. Who doesn't want to die? Ego, your sense of separate existence. Эго не хочет умирать, или это чувство обособленности, чувство отдельного существования. Оно не хочет уходить. You're afraid to lose your sense of individuality. Возникает страх потерять свое чувство индивидуальности. Because if I lose my sense of individuality, what is going to happen to me? Потому что если я потеряю свое чувство индивидуальности, что же тогда произойдет со мной? Nothing is going to happen to me. Ничего не произойдет со мной. Nothing can happen to me. Потому что со мной ничего не может происходить. Because it is not me to whom anything can happen. Потому что нет никакого меня, с кем может что-то происходить. А зачем мы воплощаемся? Very romantic. Очень романтично выглядит. What was that? What for do we incarnate? What for do we have this expression? It just happens. Так происходит. It just happens. Так происходит. This is what consciousness does. Этим занимается сознание. With no effort. Без усилий. With no desire. Без желания. With no intention. Без намерения. The nature of consciousness is to speed all these universes out of itself. Такова природа сознания — выплевывать весь этот мир из себя. It's what it does. Но этим оно занимается. And then identifies itself with each form that it spits out of itself. А затем сознание отождествляет себя с каждой формой, которая изошла из него же. And then it suffers. А затем оно же страдает. And then becomes a serious seeker of the truth. И затем превращается в серьезного ищущего истины. And engages itself in a mission. И отправляется в миссию. Off I go to the Himalayas for enlightenment, whatever. Я отправляюсь в Гималаи за просветлением. Search for the guru. Я найду гуру. The guru says. Гуру говорит. Guru is seeking for the guru. Это гуру ищет гуру. And what the guru finds is the guru. И что гуру в итоге находит? Самого гуру. Itself. Самого себя. What to do? This. Ничего не поделаешь. It sounds ridiculous, but it's a fact. Ну, конечно, глупо и смешно звучит, но это факт. It makes no sense. I understand. Понимаю, смысла в этом никакого нет. I also, even after awakening, I got disappointed. Я тоже после пробуждения расстроился, разочаровался. What was this all about? И к чему все это было? See, what was I thinking? О чем это я думал? See? But eventually you get over it, see? Ну, в конце концов, и это проходит. You get over yourself. Ты попускаешься от самого себя. It's a game of consciousness, a play of consciousness, funny game of consciousness. Это игра, такая смешная, нелепая игра самого сознания. Все это. That consciousness has got confused in this game, and consciousness must. It's a confusion within consciousness. Это путаница внутри самого сознания. The person is not confused. The appearance of the person is the result of the confusion. Это не личность запуталась. То, что вот эта вот кажемость, что есть личность, это есть путаница, замешательство в том, что кажется, что есть некая личность. So person is not confused. Person is confusion. Это не личность запуталась. Сама личность — это есть замешательство. What to do? Ничего не поделаешь. Mm-hmm.
все? Все. So, Caesar, what about questions here? Can you see that it doesn't matter? We can talk about karma, reincarnation. You can talk about anything; it will not help. Заметьте, что говорить можно о чем угодно: о карме, о перевоплощениях, о том, о сём. Это не помогает. That's a spiritual entertaining. Это все-таки духовное развлечение. See, it's just in fulfilling your intellect, fulfilling your mind. Это все, чтобы удовлетворить свой Filling. Интеллект. Чтобы занять чем-то свой ум. Actually, it's a contradiction. It's an excuse not to keep quiet. Not to keep quiet. Yeah? На самом деле, все это, вот эти вот духовные разглагольствования, это просто некое оправдание, что только чтобы не замолчать, чтобы не успокаиваться. See? Good news. Прекрасные новости. This is it. Вот это оно и есть. For how long, I don't know. Надолго ли, не знаю. But at least some understanding or insight or realization is obviously is happening. Но несомненно, или проблеск, или какое-то понимание, или прозрение действительно имеет место быть. А? Why consciousness is talking with my voice? No, consciousness is talking to consciousness. Это сознание говорит самим сознанием. Ah, with your voice, because it's familiarized with the body. That this sound is because some kind of physical stuff, the vocal cords, and they produce a particular sound, and you identify yourselves also with that sound. Почему твоим голосом? Просто голос — это некая вибрация, это некоторые волны, они происходят, а потом происходит отождествление с этим, и кажется, что это мой голос. Then, even when you think, даже когда ты думаешь, it has the same sound. Звук типа вот такой же, да? Я не слышу. And there is nothing more. That's it. That's it. Все. There is nothing more behind it. No. Behind me. Nothing. Ничего. Nothing. За мной говорят ничего нет. Вот это, за мной. You are behind. Everything is in front. Ты за, а все перед тобой. From light onwards. Начиная со света. Even light is an object. Потому что даже свет это уже объект. So is darkness. Как и темнота. Оля, почему у кого-то происходят эти проблески, у кого-то нет? Okay, then why such glimpses take place in some case and in other case they don't take place? Because in some cases consciousness is, one can say, ready to drop the identity. Потому что в каких-то случаях можно выразиться так: сознание уже готово отбросить, избавиться от отождествления. Consciousness free. Test to consciousness in bondage. Release yourself from bondage. Свободное сознание говорит не свободному сознанию, освободись. It's a paradox. Просто такой всему парадокс. Свое время. See, but this is the way. It is a monologue. Это монолог. It's a monologue. Монолог. See, it's not even a dialogue. Это даже не диалог. That was just talking here is talking there. То, что говорит здесь, то же самое говорит там. That which is asking here is replying here. То, что спрашивает здесь, отвечает тут. Одно и то же. What is it? Ничего не поделаешь.
Спасибо. Thank you. Пожалуйста. Then, see you in 2 hours. Через 2 часа увидимся. Thank you.